Официально инфекционная больница номер 8 не работает с коронавирусом, но коронавирус здесь повсюду. Сюда привозят больных с лихорадкой, с неясной картиной болезни. У многих из них впоследствии подтверждается диагноз. Сложную обстановку, когда весь мир и вся страна находятся на рубеже борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, абсолютно вовремя и правильно происходит сотрудничество крупнейших компаний с медицинскими организациями Кемеровской области. Одной из таких компаний является «Газпром Трансгаз Томск», которая оказала нам благотворительную помощь в размере 400 тысяч рублей, на которую мы приобрели средства индивидуальной защиты. 55 комплектов многоразовых защитных костюмов получили врачи больницы и работники лаборатории ПЦР, в которой проводят тесты на COVID-19. Защитить персонал – приоритетная задача, которая на настоящий момент решена.